Ой, я всегда готов. Во-первых, песню я долго учил, готовил. Прекрасная, красивая песня. Во-вторых, я почти каждый день пою, поэтому сцена для меня – это моя жизнь. И я спокойно могу просто с самолета прийти и спеть где угодно. Даже в самолете, наверное. Ну, конечно, я всегда пою «Самолет, Баку, Москва». Уже объявленный рейс. Поэтому спокойно могу эти песни. Скажите, жара – это? Жара – это… Нет, жара – это мировой фестиваль.